Хорошо борется Куинлунь у бортов. Тут уже Юрчо. Чуть так в коробочку не взяли 92-го номера Куинлуня. И в итоге СКА бежит уже в контратаку. Правда, сели уже в оборону драконы. Передача на защитника. Никишин бросает. И вот здесь добивание. Одно, второе. Ловушкой там спасает свою команду Мурыгин. Фантастика. Очень близки были сейчас хоккеисты СКА к тому, чтобы счет открыть.